видите, под небеса. Я пойду Санта-Клауса поснимаю. Ой, какие классные. Сейчас еще будут детки. Красивый дедушка-то. Сфоткались мы с Натальей, нас сфоткали. Теперь мы поможем. Сфоткаем. Красивые какие. Дедушка-то с бабушкой. Прямо личики такие миловидные. Бай! Вот еще одна красивая елочка стоит среди пальм, затерялась. О, Наталья холодно. Вот в Левайсе, Наташа, видите, какую курточку? Без воротничка, без резиночек, без всяких манжетов. А цена какая у нас? Не знаю, еще пока. Цену будем смотреть. Но нравится. Понравилось? Да, очень нравится. Ну смотри цену. Да. Давай. Так как это аутлет, конечно, оно дешевле, чем на самом деле, но 34. $34. Теперь вопрос, проживу ли я без этой куртки? Наверное, да. Ну, понравилось, да? Ну, этот магазин сразу веселее. Там и Халфигер. Мужские такие. Расцветочки. Точно. Ага. Обалденные, да? Да. Давай посмотрим цену, потому что давай, всех очень интересует цена всегда. По подаркам. $89. Ну, нехило, я хочу сказать. 90 баксов. Можно сказать 100, потому что если с налогом, $100. Да. Смотрите, какие интересные шарфики Томми Хилфигер. Вот я тебе и сказала, пончо твое можно по рисунку определить, что это Томми Хилфигер. Потому что у него именно только цвета вот такие преобладают. Красный, белый, синий. Красный, белый, синий. Это Томми Хилфигер. Это уже готовое одевать? Да, это уже готовое. Ты их вот так вот развязываешь. Давай посмотрим, как выглядит этот шарфик. А, так ты его разматывать будешь? Ну, конечно. А я думала, он специально... Не-не-не, это такой шар. Модно закрученный. И сюда не повесит. Посмотри, какой интересный. Целое платье. Да. А сколько цена? Сколько цена? 39,50. 40 баксов. Mm-hmm. Не нравится, не бери. Хороший. Да. Носить только у нас нет времени, это все. Ну, сегодня повезло хоть. Шарфов, что это точно мне никуда не идти. Так, что у нас еще есть? Рюкзачки. Сейчас посмотрим. Ну, футболочки такие, по $60 каждая, разные. Такие. Да, такой. Интересно, да. Ну, я, как я сказала, очень многие не покупает Томми Хилфигер, того, что он однажды сказал такую вещь. Ну, как бы он себя представил расистом. Поэтому очень многие отказались от этой фирмы. Они стали покупать. Да. А это для самой прекрасной половины нашего человечества. Труселя. Очень красивые, кстати, симпатичные трусики, мужские боксеры, да? Угу. Сколько они стоят? Стоят они 16,50. Угу. Да, ну, с елочками. Сказать, да, 18 баксов. Тут елочки, тут вот. Но не хлопчатобумажные. Если я взяла бы, я взяла бы с флажками бетонных Хилфигер, потому что. А, чтобы видно было. Ну, что, да, как-то вот уже фирма такая. Вот такие красненькие, взяла бы синенькие, голубые. А вот взяла бы. Хотя вот, конечно, тут полоска еще такая. Полоска, да, с его именем. Видно, да. Пуховички. Вот, тут, вот этот пуховичок, видишь, с флажочком, с таким. 30% дискаунт. То есть, вот вы видите, 169 минус 30%. Где-то получается так,
170, 30% минус, это где-то получается около $50. Угу. Ну, за 110 ты купишь эту куртку. Ничего особенного. Ну, а что? Только имя, да. У самых хороших дизайнеров нет вот таких вот всяких росписей. У них маленький флажочек, вот, Ralph Lauren, лошадка, и все, и больше ничего не надо. Нет. Я Майкл Джексон. Видите, такие кепочки очень интересные. И обязательно скажу вам, сколько стоит одна из кепочек. У них одинаковая цена. 29,50, то есть $30 кепочка стоит. Угу. Вообще дороговато мы не. Ну вообще это не дороговато, конечно. Мы просто мы привыкли покупать. Да. Это же аутлеты. Да, да, да. Безрукавки. Посмотрите, какие классные безрукавки, и тут же такие куртки. О-о-о. Ну как бы вот эту куртку вы сразу, человек идет, и вы сразу скажете, фирма Tommy Hilfiger, потому что вот эти три цвета в Америке. Вот это хорошие. Откуда ну, да. Дочери искала. Да, ну это мужские. Мужские. А вот там видишь сумки. Сумки красивые. Да, разные. Если ты помнишь, в Росе такие кошельки. Угу. В Росе эти кошельки стоят $10, по-моему, да? Здесь они 44,50. Видишь? А, в Росе намного дешевле. Особенно где-то не надеток, какие носочки. Носочки, да. С флажочками. А там Хилфигер каплились. Итак, всегда здесь, значит, раз, 4 пары. И стоит это... Ой, не соврать бы. Сколько они? 50% офф. Смотри. Так. И стоят они 16,50, то есть вы купите их за 8,25. Смотрите, шарф обычно вязкий, но флажок делает, конечно, тут самое главное дело. И этот флажок, этот шарфик стоит $50. Если бы не этот флажок, шарфик стоил бы 2,50. Ходили с Наташей в туалет. И вот такая здесь комната. Я ее ищу. Я жду Любу. Я говорю, где Наташа? А тут видите. На креслице, как у камина. Еще камина нет. Вот камин еще сделали здесь. И вы табуреточка такая. Обалдеть. Кресло такое старенькое. Я любуюсь на фотографии. Мы сейчас с Любой нафотографировались. Да? Поехали. И мы тут. Мы будем скоро такими, смотри. Ну сбоку да, покажи. Да. Мы будем вот такими, мы вот так будем бегать. Такие точно. Будем. Я надеюсь, мы будем с головой. Голову-то забыли. Очень красиво. Да, мы, если мы, когда мы будем мы такими, тобой... голова уже отлетит к тому времени. Не, мы с тобой на пути вот к этому.